Мы пришли сделать кое-что очень болезненное для тебя. Прошу, не надо. Сын, мы идем к исцелению, которым завершается твое странствие. И что, мне простить его? Он убил мою дочь. Я бы его придушил. Заставил страдать. Как я страдал. Хочу, чтобы ты заставил. Я знаю. Но он тоже мой сын. Я хочу искупить его вину. Искупить? Гореть ему в аду. Так ты у нас снова судья? Значит, ему это сойдет с рук? Никому. Ничего не сходит с рук. У всего есть последствия. То, что он сделал... Ужасно. Я не прошу тебя оправдать его. Я прошу довериться мне в вопросах, что правильно и как лучше. А дальше что? Простить не значит стать приятелями. Надо только избавиться от злобы. Мак, боль пожирает тебя изнутри, лишает тебя радости и отравляет твою любовь. Не могу. Ты увяз не потому, что не можешь, а потому, что не хочешь.